Наложение маски. Помещаем видео на видеодорожку. Перетаскиваю ее отсюда. Нажимаем два раза на видео. Эффекты на клипе выбираем. И здесь выбираем. Здесь выбираем, находим. Находим выделение цензура, вот, и так, выделение цензура, выбираем маски нам нужные, какие нам надо. Ну, вот такой, например, помешаем. Потом появляется такой крестик движения. Нажимаем на движение. И этот крестик, вот этот квадратик, помещаем на объект, который хотим отследить. Вот у меня эта вот лошадка, вот эта лошадка, я на нее хочу отследить. Здесь свойство клипа размера могу замазки вот этой, которую замазывает. Видите, вот она больше стала или меньше. Ну, картинка. Так, вон она какая стала, вот я вот так вот размазываю, контур даже есть какой-то, что за контур, ну, видимо, какой-то контур будет, нам не надо контур. И вот этот квадратик, вот, он должен быть на лошадке, вот так. Помещаю эту штучку в самое начало, вот, и вот видно, что лошадка вышла, вон она. Ставлю я вот так, закрываю квадратиком лошадку. Это у меня на самом начале, вот она. И вот здесь вот движение. Вот здесь движение. Нажимаю на движение. Здесь есть быстрость отслеживания, есть точное отслеживание и искусственный интеллект. Ну, давайте быстрое отслеживание нажимаем. Отследить. Вот она отследила быстро. Ну, видео у меня короткое. И давайте нажмем здесь вот проверим. Это у нас в начале стоит, этого сюда нажимаем и смотрим. Ну вот видно, да, что лошадка наша вся замылилась, замазалась. Ну, хвостик там торчит, ну, квадратик надо было просто побольше сделать и все. А так вот так двигаем и видим, что вот она у нас замазанная. Вот так вот ложится маска. И после этого сохранить. Называем как-то наше видео, как называем, ну как-нибудь лошадка, лошадка, так, лошадка, где будет храниться, вот десктоп, рабочий стол, ну нажимаем обзор, и вот на рабочем столе будет храниться, или где-нибудь там видео, документы, где хотите, вот рабочий стол, все мы любим на рабочем столе. После этого нажимаем, вот здесь ничего не надо, просто выбрали рабочий стол, вот здесь пишем «Сохранить», нажимаем, все. Она у нас называется «Лошадка» на рабочем столе, качество хорошее, вот здесь трогать ничего не надо, и нажимаем «Старт». Все, прошло вычисление, ролик у меня очень коротенький, поэтому очень быстро все это делается. Звук появился, и кнопочка «Открыть файл». Оставим ее, галочку пускай будет, и нажимаем «Ок». И появляется у нас вот это рабочий стол наш. И здесь вот наше видео «Лошадка». Нажимаем два раза и смотрим, что получилось. Ну вот, наша лошадочка замыленная. Ну, чтобы не было вот этих вот квадратиков, можно выбрать маску любую другую. Вот так происходит замазывание нужного объекта.